Вітаємо в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про права робітників та роботодавців у час дії карантину в Україні. А також отримуємо юридичні пояснення з важливих питань від адвоката та юриста Станіслава Ліфлянчика. Вітаю вас. Добрий день. Станіслав Ліфлянчик – адвокат. Закінчив Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю правознавство. Займається захистом громадян та юридичних осіб в судах. Основні напрямки – корпоративне право, юридичний супровід підприємницької діяльності, майнові, сімейні, спадкові і інші спори, спори з податковою та інше. Одружений, має маленьку донечку. Хобі – колекціонує курильні трубки, любить читати. Станіславе, ще раз вітаю вас. Тож, перейдемо до питань. Зараз іде другий тиждень карантину в Україні, але деякі західні економісти вважають, що в такому форматі карантин, що масове безробіття, так, воно страшніше, аніж коронавірус. Українці зараз, звісно, готові бути в самоізоляції, але ж думають про те, що ж робити, коли закінчаться гроші. І скільки буде йти карантин, зараз незрозуміло, так? Що ви думаєте щодо цього питання? Смотрите, ну, во-первых, карантин будет окончен тогда, когда у нас наладится динамика на уменьшение заболевших на коронавирус в Украине. В этом случае, я думаю, что будут приняты соответствующие решения, и карантин будет либо прекращен, либо просто не будет продлеваться. Однако есть предпосылки того, что он все-таки будет продлен, насколько никому не известно. Но нужно понимать, что все зависит от динамики. Зараз, на жаль, идет такая динамика, что... Да, сейчас, к сожалению, кривая у нас возрастает, увеличивается количество заболевших, но это связано скорее не с тем, что люди заражают друг друга, а это связано с тем, что проводят определенные тесты и устанавливают, что у людей есть это заболевание. Вот. Поэтому на момент, когда объявлялся карантин, у нас не было еще проведено необходимого количества тестов. Да, они и сейчас еще, собственно говоря, не проведены. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы получим возрастающую кривую, которая... Ну, будет продолжаться, ну, как минимум всю еще следующую неделю, как максимум, ну, наверное, еще месяц. Что касается негативных последствий и тому подобное, когда мы работаем на работе и получаем зарплату два раза в месяц, мы, естественно, не задумываемся о том, откуда она берется. Однако, если обратиться к бизнесменам, обратиться к физическим лицам-предпринимателям, к самозанятым особам, и тогда станет понятно, что у них есть определенные проблемы. Почему? Потому что заказы у некоторых снизились, у некоторых нету вообще. Ну, мы не берем сейчас производителей масок и средств гигиены, да? То есть у большинства именно снизились доходы, соответственно, им рано или поздно станет нечем платить заработную плату, нечем будет платить налоги, и это приведет к тому, что они будут вынуждены увольнять персонал, сокращать штаты, и это приведет к безработице. То есть на данный момент некоторые работодатели, ну, вместе с работниками входят в положение, и работники уходят просто на неоплачиваемый отпуск. Законодатель, потому что предоставил право работодателю предоставлять этот отпуск до окончания карантина, а не на конкретный какой-то срок, то есть разрешил увеличить его. Таким образом выходит из сложившегося положения. Так, але скільки люди зможуть витримати без зарплатні, навіть якщо вони пішли у неоплачувану відпустку, так? Це вже вопрос, таке велике питання. Вопрос риторичний, скоріше, ми всі прекрасно його розуміємо. У більшості українців нету накоплений, ну, в силу уровня життя, в силу заробітних плат, в силу розміру налогів. І, собственно говоря, вот ті канікули, які нам зараз устроєні, ну, канікули, я говорю в кавичках, звісно ж, карантин,
Ну, это, собственно говоря, ну, приведет к тому, что будут потрачены и те накопления небольшие, которые, может быть, имелись, и, возможно, даже приведет к тому, что людям придется брать какие-то потребительские кредиты, залезть в долги. И, ну, для того, чтобы просто жить. Просто так? Для того, чтобы просто как-то питаться, покупать еду, да, и каким-то образом существовать. Взагалі, українці теж розуміють, що від держави навряд чи буде йти допомога, тому що держава, звісно, зараз у лікарні. І, ну, государство у нас опять приняло позицию, что мы должны все его понять, что государство живет за налоги, налогов теперь не платят. И, ну, мы опять решаем свои проблемы за свой собственный счет, как это делалось в 2014 году. Ну, смотрите, что сделало на данный момент государство. 17 марта был принят закон у нас, которым физических лиц, предпринимателей, самозанятых осип освободили от оплаты единого социального взноса, то есть обязательного платежа, который был, но написали о том, что ну, там достаточно такая обтекаемая фраза, и я, допустим, на данный момент не знаю окончательно, это нас освободили или нам отсрочку дали на 2 месяца по оплате, но уже читал у нас глава фіскальної служби написав, що все-таки освободили на 2 місяці від оплати ЄСВ. Тобто взагалі вообще, не будуть, да, люди платити? Ми не платимо за март і за апрель, але ми повинні будемо заплатити за январь і за февраль. Однако за январь і за февраль і налоги, і єдиний соціальний взнос ми маємо право заплатити поки що до кінця, відчитатися до кінця апреля. А заплатити? І заплатити теж. Не буде штрафних санкцій ніяких до кінця апреля. Однако, якщо карантин буде продлений, я думаю, что этот срок также будет продлен. На сегодняшний день это, в принципе, вся помощь, которая была для бизнеса сделана. Я считаю, что этого недостаточно, потому что за работников мы, бизнесмены, должны все равно платить ЕСВ. Мы все равно должны откуда-то брать заработную плату. Работники должны откуда-то брать деньги на оплату коммунальных услуг, ну и тому подобное. То есть транспортные средства, да, сейчас ограничивают перевозку людей до 10 человек. Но нужно понимать другую сторону. Перевозчик, который должен за какой-то счет купить бензин, купить детали на свой автомобиль, оплатить стоянку в автопарке, оплатить ремонт транспортного средства и тому подобное. Естественно, если он будет возить по 10 человек на маршруте, то он не сможет окупить даже какую-то там определенную часть. Государственных субвенций на это никаких нет. Никакой поддержки нету. Да, тогда, когда в Италии она есть. У нас нет. Мы берем как-то всегда европейский пример. Говорим, смотрите, так в Европе тоже так сделали. Однако мы берем его без учета, ну, иных нюансов. Мы берем почему-то наихудшее и, ну, внедряем его в украинские реалии. То есть на данный момент от государства, вот я лично как предприниматель, особо не почувствовал какой-то поддержки. Те предприятия, которые сейчас находятся вот в такой зоне риска, как перевозчики, ну, опять же, тоже никакой поддержки. Кончится это тем, что перевозки просто будут остановлены. Без перевозок люди, которые продают нам товары в продуктовых магазинах, аптекари, врачи, там, ну, кроме них, мы же еще пользуемся средствами связи, правильно? Интернет Известно, у нас так. есть, телевизор мы любим смотреть, нам мастера какие-то нужны, нам нужно банально постричься. И рано или поздно, ну, люди просто перестанут приезжать на работу, потому что это будет невозможно. Город-миллионник огромный, и когда человек живет на Парусе, а работает на проспекте Карла Маркса, он не будет ходить каждый день пешком туда-обратно ради того, чтобы, да, получить заработную плату там, 8 или 10 тысяч гривен. Поэтому об этом тоже нужно думать. И поскольку вводятся ограничения непосредственно государством, и это его решение, возможно, его поддерживает большинство, возможно, его не поддерживает большинство, однако это его решение. Соответственно, за свое решение государство должно самостоятельно нести риски или хотя бы брать на себя часть каких-то рисков, предоставлять предпринимателям субвенции, освобождать, значит, от налогообложения вообще. Надавать же допомогу, например, громадянам взагалі. Да, либо же, ну, опять же, нужно, вот Борис Филатов недавно абсолютно справедливо заметил то обстоятельство, что принимались некоторые решения, просто не советовавшись с городами. И когда городской бюджет там малого города какой-то формировался, допустим, за счет земельного налога, от которого тоже освободили,
то ну, дальше городская власть этого города задает вопрос, так хорошо, а за что нам выполнять все необходимые требования карантина? За что нам оборудовать наши поликлиники, больницы и тому подобное? Вот, то есть об этом тоже нужно думать, и непосредственно с каждым руководителем города нужно сейчас встречаться и решать, как его город будет жить, за счет чего жить, возможно, предоставлять больше полномочий на местах, ну и так далее. Но это, опять же, снова-таки мое мнение. Но поскольку государство решило вопрос именно тотальным ограничением, соответственно, его же задача решить и как его сделать максимально безболезненным для экономики Украины и, самое главное, граждан Украины. Можливо, ви знаєте щодо європейського досвіду в Іспанії, в Італії зараз яка ситуація? Чи підтримує держава своїх громадян, наприклад, ви знаєте, або підприємців? Я одно время хотів знайти інформацію якусь об'єктивну. К сожалению, у мене не вийшло. Її таке огромне кількість, що... І не зрозуміло, де ж правда. Поїзд займає огромне кількість часу. І ти розумієш, що ти це робиш не ради того, щоб це зробити, там, роботу якусь, а просто ради інтересу, або ради того, щоб убедити когось в соціальній сетях, я просто бросил эту затею. Вот. Я слежу за статистикой, которую выкладывают ну, в средства массовой информации и в интернет. Я слежу за ситуацией, которая происходит. Я слежу очень внимательно за нормативными актами, которые издаются на данный момент нашим государством, городской властью, потому что они непосредственно касаются меня. Ну и со своей стороны пытаюсь вести какую-то разъяснительную работу, потому что, ну, в, опять же, средствами, которые у меня есть, да, я пишу видео, я выкладываю там какие-то посты на эту тему, для того, чтобы хотя бы людям объяснить те вещи, которые они не понимают, из-за чего они начинают паниковать. То есть, ну, я считаю это очень важным на данный момент проводить еще и разъяснительную какую-то просветительскую работу, потому что у наших людей как-то правовое образование достаточно на низком уровне, его не преподавали в школе, люди сами не интересовались, никак его не получали, и поэтому каждый какой-то фейк, который размещается в интернете, по типу вот этих, что с вертолета будет что-то распылять, или что за выпущенных детей на улицу родители будут нести уголовную ответственность. Ну, люди верят, начинают делать репосты, доводят себя просто до состояния, ну, нервного срыва. Паничного, так, да. Известно. Особенно страшно, что это делается в чатах, родительских чатах школьных, то есть, когда учителю, ну, в принципе, как-то заведено доверять, да, и когда учителя сами начинают постить такие вещи, ну, человек такое создание, когда он находится в большом обществе, и это большое общество принимает одно какое-то мнение, даже если оно неправильное, то априори считается, ну как, это большинство же не может ошибаться, правильно? И поэтому информация про то, что с вертолета будет распылять какое-то вещество, становится действительно, ну, правдой, и люди закрывают окна и делают себе же хуже, потому что при выхождении вирусной эпидемии нужен свежий воздух, в первую очередь. Так, а взагалі, може, маєте свою таку особисту думку, як потрібно змінити стратегію боротьби з вірусами на щось більш стійке? Який варіант, за вашою думкою, був би найкращий. Ну, тому що жодне суспільство не може довго охороняти здоров'я так населення ціною його загального економічного здоров'я. Зараз взагалі модно говорити, я не вірусолог, но, да, то есть я не вірусолог, і я, к сожалению, не имею какого-то образования, которое бы могло бы мне, опять же, объективно принять правильные решения. У меня нету команды из министров, которые бы мне вместе там подсказывали ответы на те вопросы, которые у меня появляются. Однако однозначно нужно понимать очевидные вещи того, что есть определенная зона риска заболеваемости и зона риска смертности от этого несмертельного заболевания. Это пожилые люди и люди, у которых снижен иммунитет. То есть это люди, которые больны онкозаболеваниями, люди, у которых сахарный диабет, люди, у которых есть СПИД, ну и так далее. То есть люди, у которых реально проблемы с иммунитетом. Для них, ну, мне кажется, что было бы действительно необходимым ввести достаточно строгие меры карантина. И им действительно ограничить доступ на улицу, ограничить доступ в супермаркеты и так далее. Сейчас современный мир позволяет делать покупки, позволяет делать какие-то объявления, заявления, звонки и тому подобное, просто не выходя из дома
при помощи интернета, да? Плюс к этому обеспечить этих людей за счет уже непосредственно государственных субвенций, возможно, местных, если они позволяют, необходимыми средствами для проживания, то есть продуктами, там, лекарствами, если им необходимо, лечением, проезда в места лечения и так далее. Как сейчас, допустим, люди, которые сидят на диализе с проблемами с почками, если будет все-таки введено ограничение на перемещение транспортных средств, им останется только лечь, смотреть в потолок и умирать, потому что им на чем-то нужно добраться в больницу и получить свою дозу диализа. Они этого не смогут сделать, они просто слабы. Так вот, для людей определенной категории я ввел бы действительно жесткий карантин. Для людей, которые не находятся в зоне риска, у которых нету каких-то вирусных заболеваний очевидных, провести, собственно говоря, максимальную какую-то проверку, максимальное тестирование на наличие коронавируса и отпустить их с Богом на работу. То есть запустить, в принципе, экономический весь этот механизм, пусть страна живет так, как и жила раньше. Так, за 2 тижні карантину люди вже навчили і особистій гігієні, так? Совершенно верно, да. І захворювання, да. І все. Вот. Поэтому, по моєму глибокому убеждению, это одно из самых первых, это то, что нужно было бы сделать. А дальше это просто вопрос страха, вопрос своего личного отношения к этому всему и тому подобное. Оставить людям право действительно отказаться страха увольнения и без оснований для увольнения, допустим, отказаться от посещения работы, уйти в неоплачиваемый отпуск, если вы так сильно переживаете за то, что вы заболеете коронавирусом, оставить это право. То есть убрать, допустим, возможность для работодателя права увольнения из-за неявки на работу из-за этого, да? И так далее. То есть ввести такие меры, чтобы, в принципе, человек сам для себя выбирал, он уходит на закрытый способ существования, или же, в принципе, он не боится, выходит на работу, работает, и даже если заболеет, он будет понимать, что, скорее всего, с вероятностью, сегодня я читал, 97%, его пронесет, и он переболеет в легкой форме. Как-то так. До речі, вже ми підійшли до питання права робітників і роботодавців у період дії карантину. Тож, якщо так, під час карантину роботодавець звільняє свого робітника, працівника, що робити? Які права має працівник і чого може вимагати? Недавно я був на совместному інтерв'ю з головою інспекції Гоструда. И наше мнение с ним в этом вопросе сошлось. Во-первых, когда человека увольняют, он пишет заявление или по собственному желанию, или по договоренности сторон. В этом случае, даже если он обратится в инспекцию Держпрайси, она так называется, да, или в правоохранительные органы и скажет, что я написал заявление, меня уволили, то в принципе ничего уже сделать для этого работника будет нельзя. Почему? Потому что он написал заявление. То есть он в бумажной форме со своей подписью и заявил желание добровольно оттуда уволиться. Если же на работника все-таки работодатель давит, работник увольняться не хочет, то ему необходимо обратиться в соответствующие органы до того момента, пока он написал заявление, получить от них консультацию и, возможно, уже сразу же получить какую-то правовую защиту. Куда сама звертались? Я говорю о правоохранительных органах, то есть полиция, когда человека принуждают, и одновременно, не «или», а «и», в инспекцию Гоструда, для того, чтобы они смогли тоже принять необходимые меры, возможно, провести... проверку они сейчас не могут провести, она, опять же, запрещена на время карантина. Принять какие-то меры, проконсультировать и сказать лицу, что делать. Поэтому писать заявления какие-то, если вы не хотите, чтобы вас уволили, я просто не рекомендую. Для работников, для работодателей, вернее, когда они отпускают работника в неоплачиваемый отпуск на время карантина, я рекомендую обязательно, чтобы работник в своем заявлении указывал причину ухода в такой отпуск. То есть, чтобы он писал, что в связи с тем, что в Украине введено общенациональный карантин, я боюсь за жизнь себя и своих близких, а поэтому я прошу предоставить мне отпуск на период, неоплачиваемый отпуск на период карантина или отпуск без сбережения заработной платы на весь период карантина. В таком случае это заявление удовлетворяется, по предприятию выдается приказ, человека отправляют в такой отпуск. Я бы рекомендовал делать
просить работника писать эти фразы для того, чтобы потом в дальнейшем избежать всевозможных каких-то судов или штрафных санкций. Ну, чтобы потом работник не пришел после карантина и не сказал, что заявление меня вынудили писать, я вообще уходил в оплачиваемый отпуск, инспекция труда придет, скажет, что опять же вы нарушили сроки, которые предусмотрены ГЗОТом и тому подобное. То есть не лишним будет указывать подобные вещи. В остальном, ну, сокращение штатов или же, ну, какие-то иные действия со стороны работодателя, они никак не ограничены в соответствии с карантином. То есть действует наш ГЗОТ родной, и в него особо никаких изменений в связи с карантином пока еще не вносили. Поэтому если предприятие дойдет до того, что оно уже не сможет оплачивать заработную плату, что возникнет необходимость в сокращении штатов, но имеет право это делать, и никуда от этого не деться. Зрозуміло. Щодо робітників або робітниць, які мають дітей до 12-14 років. Зараз така ситуація, що дитячі садочки та школи не працюють. Яким чином взагалі що робити цим людям, якщо немає де залишити дитину? Якщо у них сохранився період ще оплачуваємого відпуску, можна уйти в цей оплачуваємий відпуск і, ну, таким образом посвятить за доглядом, догляд для дітей. Да. Кроме того, для них предусмотрены еще дополнительные сроки по догляду за дітьми. Да, можно уйти и в такой отпуск, то есть с предоставлением дополнительного срока. Если же этого времени будет недостаточно, к сожалению, единственный выход, который остается, это заявление в отпуск без сохранения заработной платы. И опять же, от этого никуда не деться. Пока что еще законодатель это не урегулировал, но я думаю, что это вопрос времени. На самом деле, когда закончатся все эти периоды на дополнительные отпуски, и если карантин будет продлен, то я думаю, что продлят и эти сроки тоже. Ну, посмотрим, как оно будет. Я так понимаю, что законодатель тоже это все-таки держит как-то на руку на пульсе по поводу этого, да? Ну, будемо чекати якихось роз'яснень. Будемо на це надіятися, скажімо так. Також, ми з вами вже спілкувалися, що парламентарі звільнили ви від єдиного соціального внеску усіх фізосіб. Да. Де взагалі шукати актуальну інформацію, роз'яснення щодо цього приводу? Ну, это сайт Верховной Рады, конечно же, но там публикуются те нормативные акты, которые были приняты. Там он и есть, собственно говоря. Где разъяснение может быть? А зачем разъяснение? Там, в принципе, абсолютно, ну, прозрачно написанный непосредственно сам нормативный акт. Ну, его можно просто-напросто прочесть, с ним ознакомиться, и с него становится понятно, что физических лиц, предпринимателей, физических лиц, которые занимаются, ну, без регистрации предпринимательской деятельности, их освободили от оплаты единого социального взноса. Также освободили предприятия от штрафов за неуплату вовремя налогов и за не вовремя подачу деклараций до конца апреля месяца. И освободили предприятия от оплаты земельного налога. Сельскохозяйственные предприятия от оплаты земельного налога. Опять же, тоже на 2 месяца. То есть за предыдущие нужно платить, за эти 2 не нужно будет платить. И опять же, отчитываться и оплачивать можно до конца апреля. Этот срок, возможно, будет продлен в связи с продлением карантина, если таковой будет продлеваться опять же. Ну, вот такие вот у нас внесли изменения. Щодо цього зрозуміло, чи працюють зараз суди и в якому форматі? Чи треба ходити на засідання? Суды работают, их пока невозможно остановить даже законодательно, судебная машина набрала таких оборотов, это, конечно же, шутка, но суды работают. Логика заключается в том, что есть дела, которые нельзя откладывать и которые нельзя не рассматривать. Ну, к примеру, если подследственный находится в следственном изоляторе, он хочет, чтобы его дело, он имеет право на то, чтобы его дело было рассмотрено вовремя, в кратчайшие сроки, он хочет на свободу. Или же дела о восстановлении на работе и взыскании заработной платы. Опять же, сейчас людям деньги нужны. Если вдруг уволили незаконно, то, соответственно, эти дела нужно рассматривать. Ну и так далее. Поэтому по этой логике суды не были остановлены вообще. Единственное, что было сделано, это Радой правосудия было принято решение рекомендовать судам ввести определенные ограничительные меры. Ну, в соответствии с теми ограничительными мерами, которые были приняты непосредственно государством по карантину. Поэтому каждый суд у нас в отдельности, их председатель каждого суда, по суду пускал приказ. Допустим, в некоторых судах он ограничил доступ граждан вообще.
То есть мы имеем право подавать документы либо в канцелярию, либо через электронный суд, либо направлением почтой. Однако принятие участия в судебных заседаниях возможно только с письменного разрешения главы суда. Это касается в основном административных судов, хозяйственных судов, ну тоже не всех. Что касается районных судов, здесь немного помягче, потому что, опять же, они рассматривают уголовные дела, административные правонарушения. Здесь необходимо присутствие непосредственно сторон. Здесь головы суду разрешили присутствовать только стороны и их представители, адвокатам. Ну, мабуть, обмежена кількість до 10 людей. Ні, вот только стороны, да. Никаких общественников, вільних слухачей там, и тому подобное. Их доступ запрещен, и как бы этого не делается. Ну и на практике то, что мы видим, судьи очень лояльно относятся к просьбам о переносе судебных заседаний. Ранее, когда мы просто направляли нам на e-mail суда какое-то заявление отсканированное или звонили по телефону, просили перенести, естественно, их игнорировали. Ну, в большинстве своем, да. То сейчас уже нет, их принимают, и если даже человек ничего не подал, не написал, а просто не явился, лично у некоторых судей спрашивал, они говорят, мы переносим заседание, ну, откладываем на другой день, понимая, что, скорее всего, из-за карантина, потому что, ну, как бы, человек, может, не знает, как реализовать свое право по подаче заявления, ну, и, как бы, мы переносим уже на срок после этого карантина. В остальном, если, как бы, вы все процессуальные документы подали, вы не видите оснований для переноса этого заседания, суд будет рассматривать ваше дело. Единственное, что, опять же, я бы рекомендовал бы некоторым, ну, я бы рекомендовал бы клиентам адвокатов и некоторым коллегам, если дела, в принципе, как бы не особой сложности, и вы уже все подали, все предъявили, все заявили, есть такой процессуальный документ, как ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии стороны, то есть написать его о том, что, ну, тогда-то будет судебное заседание, о том, что я поддерживаю там нашу правовую позицию, прошу там иск удовлетворить или наоборот отказать, если вы ответчик, и прошу рассматривать дело в отсутствие нашей стороны. В таком случае суд опять же в отсутствие сторон проведет судебное заседание. Щодо цього зрозуміло, але зараз Україна підійшла так і взагалі майже весь світ до такого слова форс-мажор. Да. Чого чекати нам, українцям, від цього слова? Від форс-мажору. Так, що це означає? Очень забавно получилось. Почему? Потому что в каждом договоре, который мы составляем для своих клиентов, мы оставляем целый раздел форс-мажоров, впихиваем в него огромный список того, что является форс-мажорным обстоятельством. Обязательно были указания про то, что оно подтверждается справкой из торгово-промышленной палаты, и никто никогда это не читал. То есть вплоть до того, что доходило до курьезов, когда-то попал в руки договор, где, ну, юрист, который его составлял, подписанный договор, там указал, что в случае, если в городе пропал Бэтмен и там упал астероид, там напал Годзилла и тому подобное, ну, видимо, человек уже разраховывающий на тет, что никто никогда не читает этот раздел. Провел просто эксперимент и убедился в том, что никто этого не читал. Но это привело к тому, что когда наступило обстоятельство, которое стало схоже с тем, что мы обычно там писали, никто не знал, как его применять. Обратились в торгово-промышленную палату, она говорит, так это не форс-мажор, оно не относится к форс-мажорным обстоятельствам и не входит в перечень, который установлен в нашем нормативном акте. 17 марта, опять же, 2020 года карантин был отнесен к форс-мажорному обстоятельству и внесен все-таки в перечень законодательства про торгово-промышленную палату. Однако, данный форс-мажор, вообще понятие форс-мажор не является абсолютным правом, и он не применяется априори. Ну, что это значит? Это значит, что карантин не может являться основанием для неоплаты или невыполнения своих обязательств для всех. К примеру, если у нас договор аренды, и арендует у нас помещение аптека, то естественно, что карантин не является для нее форс-мажорным обстоятельством для неоплаты арендной платы, поскольку у нее доходы, наоборот, возросли. А, допустим, если у нас помещение арендуется, ну, к примеру, фирмой, которая занимается организацией мероприятий публичных каких-то, концертов, кинотеатр там, и тому подобное, то для них наступили определенные обстоятельства, ну, есть прямая норма, нормативный акт, который запрещает их деятельность. То есть для них, в принципе, в понимании логики и действующего законодательства наступили обстоятельства, по которым они не могут платить, ну, выполнять свои обязательства.
Однако они должны это подтвердить соответствующими документами. То есть это вид деятельности, отказ их клиентов от проведения соответствующих мероприятий, ссылка на законодательство. И опять же, торгово-промышленная палата, которая по большому счету должна выдавать, тут внимание, не справку, а сертификат она выдает соответствующий, а не ту справку, которая пишется во всех договорах. То есть делается прям, ну, грубая ошибка по большому счету. Так вот, торгово-промышленная палата говорит, что и в этих случаях, в большинстве, это тоже не будет являться форс-мажорным обстоятельством. Поскольку отсутствие возможности оплачивать счет, это является риском предпринимателя, а не форс-мажорным обстоятельством. То есть должен быть реально нормативно-правовой акт, запрещающий конкретную деятельность. Вот в данном случае, мне кажется, что он распространяется непосредственно на тех субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют публичные услуги какие-то. Театры, кинотеатры, кафе, рестораны, там, заведения, там, инвенты, которые предоставляют, организовывают и так далее. Вот для них, по всей видимости, создается форс-мажор. Ну и мы всегда любим рассуждать с точки зрения судебной практики, да, то есть какая на сегодняшний день создалась, и собственно говоря, она-то и формирует наше юридическое мнение, правовую позицию, да, то ее сейчас нет. То есть, как бы выработать какую-то единую, выработать какой-то единый для себя, вот для меня лично, механизм и понимание того, что форс-мажор, исходя из того, что выносили ранее суды, я, к сожалению, не могу. Она разнится очень, и я так понимаю, что и судьям не всем, так сказать, ну, известно, как его применять. Так что посмотрим. Я думаю, что в ближайшие 3 года, дай бог, чтобы все это закончилось, когда оно закончится, в ближайшие 3 года мы получим какую-то, как это пишется, усталую практику по поводу форс-мажора. И уже, ну, как бы мы уже, допустим, в договора наших клиентов внесли правки в раздел форс-мажора, ну, выровняли ситуацию, то есть сделали так, как это должно быть по законодательству. Коли стикнулися з проблемою, вже... Ну да, да. Юриспруденція наука не точна, поэтому. Дякую вам дуже за важливі пояснення. Я нагадаю, що в нашій студії був адвокат Станіслав Ліфлянчик. Бажаю вам міцного здоров'я, на все добре.